Брак певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина окончился спустя 3 года, но проблемы между бывшими супругами только набирают обороты. Именно сейчас хоккеиста разыскивают судебные приставы из-за его невыплаты долга в размере 66 миллионов рублей. Как сообщает Федеральная служба судебных приставов, этот огромный долг складывается из различных взысканий, осуществленных в пользу физических и юридических лиц. В сумму входит 61 405 541 рубль за имущественные взыскания и 5 158 055 рублей в качестве исполнительского сбора. Тем временем, бывшие супруги продолжают разбираться в суде, делить общее имущество и решать вопросы алиментов на свою дочь Таисию. Однако, финансовые проблемы Ивана Телегина становятся все более серьезными, и сейчас ему грозит розыск со стороны приставов. Ранее сообщалось, что бывшая Ивана Телегина решила не отставать от Пелагеи, теперь и она поборется за часть от миллионных заработков хоккеиста. Евгения Наур уже подала 2 иска в суд.